Друзья, если не хотите идти в ресторан, можете попробовать турецкие супы, купить их готовыми прямо в Мигросе. В любом почти Мигросе есть, смотрите, вес его. Две типа порции написано, вес 480. И это вот, допустим, ишкембе. Да, ишкембе — это суп из очень полезный, очень вкусный, из телячьих желудочков. Смотрите, много там действительно мяса в нем. И здесь есть, в принципе, любой суп. То есть в Турции очень много национальных именно супов, это национальные блюда. И вот они здесь все представлены. Смотрите, какой ассортимент. Ну, баночка, конечно, стоит недешево, но, в принципе, такая же цена будет не меньше, я думаю. Ну, в среднем, да, такая же цена в ресторане, в кафе, скажем так, как и здесь. 14,95, вот это вот 480 вес. Вот это все супы. То есть готовый суп, вам его нагреть нужно просто, и все, допустим. Всем приятного аппетита. Это Мигрос на Дальней Клеопатре, в районе Кейкубата памятник. А, еще чуть не выключился. Вот это бульон, смотрите, вот тоже чербаси. Это суп, а сую — это тавук, куриный бульон. Вот. То есть тоже он в баночке. Смотрите, какое. Сейчас посмотрим, есть ли там мясо или чисто. Нет, тут чисто вот реально, смотрите, мяса нет. Просто куриный бульон без курицы. То есть мясо вытащили, отдельно продают. Ну, тоже баночка не дешевая, цена у него. А, нет, этот. А, да, тоже 14,95. То есть недешево стоит куриный бульон. 14,95, тоже баночка такая, 480 вес. Все, всем приятного аппетита еще раз, пока.